Студия «Арменфильм» имени Амурбек Назаряна. «Лисья книга» по мотивам басен Вартана Айгекци и Махитара Гоша. 12-13 века. Про волка и козла, про льва, осла и пса. Их козни и интриги поведает лиса из «Лисьей книги». Осла вниманием почтили, царю на свадьбу пригласили. Осел польщен, ночей не спит, одет, причесан и умыт, на пир с подарками спешит. Հենց պալատի մուտքի առաջ, ծարաները ելան մեր կաչ, ավանակին մեջ տեղ առամ, գործի դրի մեջ կին թրամ, և յոտ գիշեր նա ջուր կրեց, և յոտ ծերեք նա պայտ բերեց, արևահան միր կամ է մուկ, մարջաս ու տակ ուչի հուկ. И вновь осел ночей не спал. Хребет от тяжести трещал. Недаром, очевидно, царь осла на свадьбу приглашал. Новую басню рассказать помешал волк. Как будто другого времени для ловли зайца найти не мог. Беги в страну волшебных басен. Будь осторожна, путь опасен. Беги, воровку догони и кисть волшебную верни. Зачем преследуешь ты нас? Я шкуры с вас спущу сейчас. А мне, признаться, показалось, что нам большая честь досталась, что настоятелем овец назначишь волка, наконец, и, пощадив любезно шкуру, пошлешь меня в курятник кур. Своим хвостом верчу я ловко. Не мне тебя бояться. И все же лучшая уловка с тобою вовсе не встречаться. Загнал меня проклятый пес. Еле ноги я унес. Голос вдруг козел подал. Западать хочу я волка, только вниз спускаться долго. Волк ехидно отвечал. Ничего, я подождал.
покуда волк козла гонял, лиса в реке плескалась и появилась в нужный миг. Ах, Серый, как мы измотались! Мы не щадили сил своих. Мне так набегаться пришлось, что вся в поту я, мокрый хвост, как будто искупалась. Представь-ка, волк, у нас троих баран, овца, ягненок. Ответь, как ты разделишь их? Великий царь, достанется нам всем. Тебе баран, а мне овца. Ягненок же лисе. Акиналине ражани, афесима дупа жани. Им кака вонгал инче вон, агахе нате гет бари. Има инкас каба жане, бац воч ерфе гайл авари. Овцу ему! Болван! А ну-ка ты, лиса, верши дележ без промедления. Пусть будет кисточка моя наградой за решение. Могучий, выслушай ответ. С утра позавтракай овцой, барана скушай на обед, ну а ягненок ужин твой. Что научило тебя столь справедливому решению? Оплеуха, полученная волком. При помощи волшебной кисти хотели мы сказать: идут века, но старых истин не надо забывать. Пускай извечные пороки приюта в душах не найдут, и, потоптавшись на пороге, обратно в басни побредут.